Добрый день! Вы на канале Хобби МК, и сегодня мы с вами будем вязать букетик из подснежников. Я вязала ниточками этамин белого и зеленого цвета. Также мне понадобилось два вида проволоки. Одна с сечением 1 мм и вторая потоньше с сечением 0,5 мм. Начинаем вязать прицветник. Для этого набираем цепочку из 12 воздушных петелек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Дальше я беру тоненькую проволочку. У меня это 0,5 миллиметров. Обычно я покупаю проволоку в магазинах для рукоделия, но вот мне муж разобрал какой-то прибор испорченный. Там, где был моторчик, и в этом моторчике были вот такие какие-то странные запчасти, и проволочка очень даже подходит. Так, я прокладываю проволочку вдоль вязания. Я сразу ничего не отрываю, потому что буду использовать столько, сколько мне пригодится. Ввожу крючок во вторую петлю от крючка. И провязываю 10 столбиков без накида. С прокладыванием проволочки. В последнюю петельку мы вяжем целую комбинацию. 2 столбика без накида. Дальше делаю воздушную петельку. Из нее формирую пико, подхватив предыдущую стеночку петельки. Вот у меня брак на ниточке. Редко, но такое случается. Сейчас я ее обрежу. Довязываю третий столбик в ту же дырочку. И меня развернуло на вторую сторону вязания. По второй стороне также провязываю 10 столбиков без накида, продолжая ввязывать и проволочку, и хвостик, с которого мы начинали вязание. Завершаю вязание прицветника соединительной петелькой в первый столбик без накида этого цветочка. Так, обрезаю ниточку, оставив небольшой хвостик. Хорошенечко вытягиваю, разравниваю и обрезаю проволочку. Я обрезаю чуть подлиннее. Вот что у меня получилось. На каждый подснежник нужно по одному такому прицветнику. Листики вяжем абсолютно так же, но делаем их длиннее. Вот я связала листик на 30 столбиках без накида. И вершинку оформляла точно так же. 2 столбика без накида, пико из одной воздушной петли и столбик без накида. И все это в одно отверстие. Теперь приступаем к вязанию самого подснежника. Берем белую пряжу, набрасываем на пальцы кольцо амигуруми, фиксируем колечко воздушной петелькой. Дальше 6 раз повторяем комбинацию. 3 воздушные петельки, столбик без накида. Thank you.
стягиваем колечко так, чтобы оно сомкнулось, но внутри можно оставить небольшое отверстие. Дальше очень важный момент. Смотрите, мы как бы продолжаем вязать, но вяжем не по наружному кольцу, а по внутреннему. Ввожу крючок за цепочку из 3 воздушных петель и вывожу в кольцо амигуруми. Провязываю первый столбик без накида. Ввожу крючок за вторую цепочку из 3 воздушных петель, вывожу в кольцо амигуруми. Второй столбик без накида. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. В конце второго ряда у нас по кругу 6 столбиков. Третий, четвертый и пятый ряд провязываем без прибавок и убавок по 6 столбиков без накида по кругу. Я сразу же буду увязывать хвостик. Провязан пятый ряд. Получилась вот такая вот юбочка. Дальше начинаем вязать лепестки. Провязываем 8 воздушных петелек. Пропускаем первую воздушную петельку от крючка и дальше провязываем 7 столбиков без накида по цепочке. Две соединительные петельки по основанию нашей юбочки. Снова 8 воздушных петелек и 7 столбиков без накида по цепочке. Две соединительных петельки по основанию. Восемь воздушных петель. Семь столбиков без накида. Две соединительные петельки по основанию. Но обратите внимание, когда мы так вяжем, у нас вязка поворачивается изнаночной стороной вверх, а нам нужно вязать на лицевую, поэтому поворачиваем вязание. Пропускаем соединительные петельки и, начиная со столбика без накида, провязываем 2 столбика без накида, 4 полустолбика с одним накидом, 1 последнюю петельку провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Делаем пико из воздушной петли и еще 2 полустолбика в ту же дырочку. По второй стороне цепочки провязываем 5 полустолбиков с одним накидом.
2 столбика без накида, 1 столбик и в следующий делаем соединительную петлю. Она приходится на основание между лепестками. Повторяем для второго и третьего лепестка. Завершаю вязание воздушной петелькой, вытягиваю ниточку, оставив небольшой хвостик, обрезаю ее. Вот что у меня получилось. Дальше присоединяю зеленую нить. Вот здесь между лепестками. И провязываю между лепестками прибавку. Убираю листик. Следующее расстояние между лепестками. Еще одна прибавка. Еще одно расстояние между лепестками. Получается, я ввожу крючок в соединительную петельку, которую мы с вами делали между лепестками. У нас получилось по кругу 3 прибавки, то есть 6 столбиков без накида. Провязываем 3 ряда подряд по 6 столбиков. Провязано 3 ряда по 6 столбиков. Я обрезаю ниточку, оставив хвостик, вытягиваю ее. И сейчас аккуратненько подхватываю на этот хвостик передние кромки петель. Обратите внимание, что я пока ничего не стягиваю, потому что мне нужно будет ввести в серединку проволочку. Дальше мне нужна будет проволочка. Эта проволочка у меня потолще, где-то 0,7 или миллиметр. На середину проволочки я надеваю небольшую бусинку. Длина проволочки около 30 или 40 сантиметров. Я сделаю несколько оборотов, чтобы хорошенечко закрепить бусинку. Вставляю бусинку вот сюда. И только теперь стягиваю отверстие. Аккуратненько выгибаю лепесточки. И начинаю обмотку. Беру зеленую пряжу и очень плотно обматываю витки. Сначала мне нужно обмотать первые 3 сантиметра. Дальше я беру прицветник, прикладываю к стволику
Продолжаю плотненько обматывать. Теперь уже на длину цветочка. Обычно цветочек 15-20 сантиметров. Я буду их все делать одинаковыми. Вот у меня первый цветочек готов. Витки обмотки должны плотно прилегать друг к другу, но при этом не наслаиваться, чтобы обмотка смотрелась аккуратно. При желании можно слегка смочить стволик клеем ПВА. Еще я тонирую вот эту вот часть цветочка зеленым маркером. Делаем букетик из таких вот подснежничков. Вот такие подснежники у меня получились. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!